Павел Мариничев провел первое выездное совещание в новой должности генерального директора. За день он посетил несколько социальных объектов Мирного. На встрече в МЦРБ глава компании подчеркнул, «Алроса» продолжит улучшать качество медицины в районе. Пульмонолог, гастроэнтеролог, ревматолог и другие узкопрофилированные врачи, которых так не хватает больницы, будут приезжать вахтой из других регионов. Благодаря программе «Земский доктор», которую софинансирует и компания «Район», трудоустроившиеся врачи, а их в списке уже два десятка, получат по 2,5 миллиона рублей подъемных. Об этом Павлу Мариничеву рассказала главный врач МЦРБ Вера Тарасова. Предлагаю такие встречи сделать регулярными для того, чтобы вы просто рассказывали, что получается, что не получается. Мы вместе корректировали свои планы, приоритеты расставляли и будем двигаться. О планах на будущее рассказало и руководство «Алмазика». Их проект «Территория больших возможностей» нацелен на создание в районе образцовых детских садов. Пилотным проектом станет «Золотой ключик». В детском учреждении малышей будут развивать по нескольким направлениям – робототехника, шахматы, танцы, театр. Первый корпус начал. Здесь у нас культурно-образовательный центр с большим зрительным залом. Строительство дворца детства курирует лично глава района Александр Басыров. По его словам, строительство идет в рамках графика. К сентябрю подрядчик должен сдать объект. Новое здание расширит возможности дополнительного образования для детей Мирного. Во дворце детства откроют студии по креативной индустрии, видеопроизводству, звукозаписи, мультианимации.